Вот недаром говорят, сколько людей, столько и мнений. Все меня отговаривали, говорили, зачем вам эта летняя кухня? Да зачем на ней такие открытые полки? Лампу не повесили, недавно только заселились в эту кухню. А я мечтала о таких полках очень давно. В городской квартире вообще шансов не было. В доме тоже как-то не получилось. Мы живем в частном доме на бывшей даче. Переделали под постоянное место жительства. Ой, грибы закипают. Грибов набрала, вот солить буду. А сколько людей говорили, что полки вот так не делайте, посуду так ставить неудобно. Все очень оказалось удобно. И на открытых полках нет у меня грязи, нет у меня пыли, потому что у нас здесь двери есть. И когда я кухней не пользуюсь, я закрываю вот эту дверь. Дизайн полок нашла в интернете, заказала на нашей мебельной фабрике. Мечту осуществила, пью чаек и радуюсь. Осуществляйте свои мечты.